Привет, мои дорогие друзья! Рада видеть вас на своем канале. Начинаем с вами сегодня новый влог. Я начинаю его не с самого утра, а с приготовления обеда. Вообще, это видео будет состоять, опять же, как и последние, по-моему, ролики из двух дней, потому что дети у меня до сих пор болеют. Сначала болела Соня, через несколько дней к ней подключился Степа. Ну и, в общем, болели довольно тяжело. Сейчас уже на момент озвучки, слава богу, состояние гораздо лучше. Но когда я снимала вот этот ролик, получалось снимать частями, кусочками, потому что довольно долго и довольно сильно температурили оба. У меня было много бессонных ночей. Ну, в общем, что я вам рассказываю, вы прекрасно, я думаю, что все знаете, что такое болеющие малыши. Это, очень тяжело, как для них, так и для родителей. Поэтому вот, как-то тут что-то кусочками поснимала. В общем, готовила тут суп мампар. Я уже рецептом этого супа делилась, и уже вместе с вами мы его неоднократно готовили. Рецепт этот точно есть у меня на кулинарном канале, потому что я сама в него частенько заглядываю. И еще один из супчиков, очень сильно похожих на суп мампар, суп угра. Это, если я не ошибаюсь, что тот, что другой, узбекская кухня. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Ну, в общем, супы эти невероятно вкусные. Они овощные, они очень наваристые, они прямо такие насыщенно-томатные, с домашней лапшой. В общем, невероятная вкуснятина. У нас как раз на момент съемки этого видеоролика папа еще жил с нами, и он, конечно, этот суп тоже оценил по достоинству. Он очень любит подобные супчики, поэтому и мампар тоже пришелся ему по душе. Ну и, естественно, готовила я этот наивкуснейший суп сразу же в большой кастрюле. В общем, готовится он очень просто. Для этого мы подготавливаем сначала овощи. Это картофель, это морковь, это свежие томаты, можно, в принципе, взять из заморозки. Это болгарский перец, тоже можно воспользоваться замороженным. Все нарезаем просто кубиком, чеснок мелко рубим и подготавливаем тесто для приготовления лапши. Именно в этом супе лапша используется не классическая яичная, как для приготовления, к примеру, куриного супа с домашней лапшой. Здесь тесто, я бы сказала, такое более эластичное, более тягучее, но при этом тоже довольно плотное. Состоит оно из муки, небольшого количества соли, этого же куриного яйца и небольшого количества воды. Тесто замешивается до однородности, потом я его убираю в пакет, чтобы оно немного отлежалось, ну и начинаю готовить суп, просто собирая в одной кастрюле все ингредиенты и поочередно их обжаривая. А суп можно приготовить, мне кажется, на любом виде мяса. Я думаю, что не менее вкусно будет и на курице, и на свинине. Но вообще, конечно, по классическому варианту, по-моему, готовится на говядине. У меня говядина в морозилке была, но мне, я понимала, что с ней, конечно, я буду готовить гораздо дольше. Поэтому сегодня решила приготовить суп на свинине просто для того, чтобы было быстрее. Мясо я заранее разморозила. У меня готовый такой свой полуфабрикат уже нарезан на все кусочками. Отправляю сразу же в кастрюлю в разогретую с небольшим количеством растительного масла. Ну, вообще в идеале готовить в каком-нибудь большом казане. Ну, в общем, что-то такое, где будет суп хорошо томиться. У меня, к сожалению, в хозяйстве такой посуды пока не имеется, поэтому я обычно такой суп готовлю просто в кастрюле. В общем, мясо прямо в кастрюле обжариваю. Затем к мясу добавляю лук, обжариваю вместе с луком. Затем добавляю морковь. Все это вместе снова там пару минут, может быть, обжариваю. Затем добавляю сюда измельченный чеснок, опять-таки чуть-чуть прижариваем, даем чесноку прогреться, чтобы он уже начал вырабатывать вкусный насыщенный аромат. Ну а затем добавляю сюда болгарский перец. В принципе, его можно добавить позже, я добавляю его на этом этапе. И перец можно взять любой, зеленый, красный, желтый, но именно какой-нибудь сладкий. Далее сюда же отправляю помидоры. Уже начинает выделяться довольно много соков из овощей, поэтому они уже больше тушатся, нежели обжариваются. Ну, в общем, все хорошо, равномерно перемешиваю, прогреваю и обязательно добавляю томат. У меня томат домашний, просто чистый томат, без соли, без сахара, перетертый. Я добавляю где-то половину баночки, это миллилитров 200-250. Такой перетертый томат можно заменить на томатный сок, можно свежие томаты просто измельчить. Как вариант, если любите поострее, можно даже использовать домашнее лечо. Ну и обязательно еще буквально столовую ложку томатной пасты и щепотку сахара для того, чтобы нейтрализовать излишнюю кислинку. Все это продолжаем хорошенечко прогревать на огне. Когда у нас уже выделилось много жидкости из овощей, и вы видите, что она начала активно кипеть, заливаем все это дело водой. Количество воды вы, естественно, регулируете сами, столько, сколько вам нужно. Какой объем супа вы в итоге хотите получить, насколько густой, вот именно столько воды и наливаете. Ну и оставляем все это дело под крышкой вариться. В это время я займусь подготовкой лапши. Для супа мампар лапша нарезается очень необычно. Лапша, нарезанная в форме квадратов, это, наверное, как раз главная отличительная черта этого супа. В общем, тесто рассказывается
цукаты вам в тонкий пласт, так же, как на обычную домашнюю лапшу. Ну, а затем с помощью, ну, я использую вот такой вот нож для нарезки пиццы. Конечно, можно, я думаю, что воспользоваться и обычным ножом тоже получится. Нарезаем тесто сначала на полоски вдоль, затем на полоски поперек. У нас получаются вот такие вот квадратики. Размер этих квадратиков вы выбираете сами, они могут быть мелкие, крупные. Я пересмотрела много рецептов приготовления этого супа, все лапшу нарезают по-разному, кому как нравится. Здесь получается довольно большой объем лапши, поэтому я обычно делю на два раза. Половина у меня уходит сейчас сразу в суп, и половину я еще сохраню до следующего приготовления. Суп у меня к этому времени кипит, наверное, где-то минут 15. В принципе, на этом этапе уже можно добавлять картофель, потому что вариться он будет не очень быстро. Здесь в бульоне уже много томатов, поэтому нужно тоже как бы закладывать время на приготовление картофеля чуть больше, нежели без томата. Картофель добавили и держим суп на огне до готовности картофеля. Когда картофель уже стал мягким, добавляем соль, добавляем хмели сунели, я добавляю немножечко базилика и свою домашнюю приправу, томат с базиликом и чесноком. Конечно же, приправы можете выбирать на свой вкус. Я еще потом добавила немного овощной приправы, тоже своей домашней. Ну, там просто овощи и зелень у меня высушенная. Ну, а затем уже добавляю сюда лапшу. С лапшой супчику нужно покипеть, ну, наверное, еще где-то минут 10. Опять же, будет зависеть от толщины лапши и от ее размера. Ну, за 10 минут, в принципе, достаточно. Если даже не доварится в кипящем бульоне, то уже просто дойдет за счет температуры этого бульона. Ну и все, заправляем зеленью. Это может быть укроп, петрушка, кинза, что вы любите. И можно супчик сразу же подавать к столу. Очень вкусный, как вот в только что приготовленном виде, так и если он там день-два постоит, он все равно остается очень вкусным, насыщенным и сытным. Доброе утро, друзья! У нас какая-то хроника идущих дней получается. В общем, у нас снова утро. Да, ну, типа, ты и ложкой, и вилкой в раз ешь. Посадила детей завтракать. На завтрак сегодня омлет готовила. Завтрак у нас сегодня крайне поздний. Вчера долго никто не ложился спать. Не могла ни Степку усыпить, ни Соню. Уснули уже очень поздно. Мы с Соней сегодня спали здесь на кухне. Ну, здесь, когда ребенок болеет, спать удобнее. Все-таки вода поближе, и там свет включить можно, чтобы никому не мешать температуру смерить. И, может быть, даже сегодня какие-то дела получится поделать. Ну, я надеюсь, потому что дома уже прямо вообще все очень, очень плачевно. Отправлю сейчас стираться белье. В общем, у меня здесь партия белья, которую я крутила вчера сутки, представляете? На всех режимах. Просто вот в течение целого дня запускала, у меня выходила какая-то ошибка, я снова запускала, снова выходила ошибка, я пробовала менять режимы, пробовала хотя бы, думаю, частями. Ну, то есть слышу, что она хотя бы постиралась, и на каком-то этапе она встает и выдает ошибку. Думаю, ладно. Постираться, думаю, успела постираться, запущу на полоскание отдельно. Запускаю на полоскание, все равно выдает ошибку. Думаю, ладно, фиг с ним, хотя бы отжать теперь это белье достать. Запускаю на отжим, все равно выдает ошибку. В общем, у меня белье из этой партии, наверное, будет самое чистое белье в доме, потому что я говорю, я его столько раз прокрутила. В итоге Илюша вчера вечером посмотрел машинку, я говорю, у меня уже полная корзина белья. У Степки уже ни одних штанов нету, ни одних шортиков, вообще нечего ему надеть. В общем, Илюша посмотрел, разобрал. Такая ошибка Е03, по-моему. Она обычно выходит, когда забивается, ну, видимо, слив. Забивается слив какими-то посторонними предметами, которые, ну, члены семьи могут забывать у себя в карманах. Чего только вчера Илюша из этого отверстия не вынул. Просто вообще кошмар. Так что, не знаю, надеюсь, машинка сейчас у меня запустится, нормально постирается, потому что у меня просто полный завал по белью. Ну, а я, друзья, начинаю заниматься домашними делами. Сначала, конечно же, первым делом нужно разобрать диван, сложить, убрать постель, потому что все это у нас здесь прямо на проходном месте, занимает пол кухни. Естественно, что Соня, я уже говорила, что детей, если они болеют, стараюсь днем выкладывать именно здесь, чтобы они были у меня на глазах, чтобы им было не скучно одним там у себя в комнате лежать. Это сподручнее, это мне все-таки кажется правильнее и спокойнее, так и мне, и ребенку. Поэтому диван заправила, и все равно постельку ей здесь постелить. Она у меня будет здесь лежать. Сегодня, ну вот на момент съемки, температура была только у Сони, поэтому спальное место для нее. Но по факту в течение дня они все равно лежат вместе, они вместе играют, они все делают вместе. Поэтому если даже одному постелили постель, лежать тоже будут вместе. Собственно, поэтому, наверное, и болеют они тоже всегда вместе. Стоит заболеть одному, он не может не поделиться своими бактериями и вирусами с другим.
ладно, в общем, сделала быстренькую уборку там на той столешнице и перешла на столешницу, на которой я обычно готовлю. Давно не доходили руки почистить область вокруг варочной панели. Я уже заметила, что там накопилось довольно много грязи. Ну, периодически, конечно, прочищаю. Мне проще всего пройтись просто ножичком, прочистить, то есть механически все это дело оттуда достать. Можно, конечно, было бы воспользоваться парогенератором, но я вообще его использую крайне редко, потому что с ним больше сборов. Гораздо быстрее получается вот механическим воздействием быстренько это подручными материалами какими-то все выковырять. Почему забивается туда грязь? Вообще панель вроде бы как бы довольно герметично установлена на столешницу, но там имеется такая мягкая прокладка и, видимо, при большом количестве вот накопления вот этих крошек, чего-то там, когда готовишь, туда вот этот весь мусор все равно каким-то образом забивается, поэтому все равно приходится там периодически прочищать. Хотя вот так вот вроде смотришь, не видно, чтобы там какая-то щель была, какое-то место, какие-то зазоры, куда бы этот мусор мог забиваться. Но в итоге все равно он там куда-то забивается, и его там умудряется накопиться довольно-таки много. Я, в общем, обычным сервировочным ножом, он не очень острый, чтобы не повредить саму панель, чтобы не повредить вот эту вот резиновую прокладку, которая проложена под панелью, я вот именно этим ножичком обычно прохожусь. Он просто как миниатюрная лопатка выгребает оттуда все загрязнения, ничего не травмируя. Ну, в общем, закончила со всей этой грязной работой. Достала компот малышам, варила как раз накануне. У меня очень много в заморозке еще фруктов и ягод, я уже говорила, поэтому я вот в последние дни, особенно дети пока болеют, я прям очень много варю компотов, такие прямо насыщенные, много кладу туда и овощей, и фруктов. Ну, во-первых, чтобы не залеживалось все это, уже скоро новый сезон будет, будем делать новые заготовки. Ну и, во-вторых, детям все-таки гораздо вкуснее компот, когда там, ну, большое разнообразие вкусов смешано, нежели, к примеру, просто там какой-то однокомпонентный. По крайней мере, вот по своим детям я заметила, что им больше нравятся компоты, лучше они пьют компоты, которые именно такие многокомпонентные, где 3-4 вида фруктов или ягод. Ну и, конечно, не могу не признаться в том, что гораздо лучше они пьют компоты именно сладкие. Я прекрасно понимаю, что это не самый лучший вариант компота, не самый полезный, но вот последние разы, несколько раз я варила компот, как ранее это делала, если раньше они без сахара прекрасно компот пили, сейчас они его просто не пьют, то есть вот 1-2 глотка сделают, и этот компот будет стоять, они прям вот носы от него воротят. Поэтому стала в компот все равно добавлять сахар. Во-первых, он и хранится стал лучше с добавлением сахара, во-вторых, они его и пьют лучше. Ну а для меня сейчас, конечно же, в первую очередь важно, чтобы они как можно больше пили жидкости, поэтому я думаю, что польза от компота полезного, но который не пьют, явно будет меньше, чем от компота не такого полезного, но который хотя бы пьют. В общем, налила им по кружечке компота. Соня от завтрака отказалась. Она вообще у меня пока болела, температурила. Естественно, что у нее никакого аппетита не было. Она у меня вообще несколько дней практически ничего не ела. Степашка пока был без температуры. Он еще вот, ну вот тут на видео как бы еще хоть как-то маленько что-то ел. Потом тоже, когда уже слег, он у меня слег, у него температура была даже выше, чем у Сони. У него вообще под 40 поднималась. 2 дня он у меня с высоченной температурой пролежал, поэтому, конечно, тоже потом уже аппетита не было, тоже уже ничего не ел. Компоты уже на какой-то там день уже вообще тоже перестали пить, потому что я так думаю, что они их напились так, что ему не на них смотреть уже не могли. Ладно, отвлеклась. В общем, Степашка вот немного позавтракал, напоила, значит, компотом и занялась посудой. Посуду нужно было разобрать, соответственно, чистую посудомойку, ну и загрузить грязную посуду, остальное все перемыть руками. Не вошла у меня большая кастрюля из-под компота, как раз нужно будет свежий поставить, варить. Ну, в принципе, она в посудомойку входит. Это у меня, по-моему, 6-литровая кастрюля или 8-литровая. Ну, в общем, самая большая. Я ее обычно использую для того, чтобы компот сварить. И в сезон заготовок использую ее для консервации. Ну, то есть, вот варю там лечо, например, или там томаты. В посудомойку ее, конечно, поставить можно, но она занимает там ровно треть корзины, поэтому проще помыть ее руками. Ну, и потом быстренько отправилась в ванную комнату. Там у меня стирка, как обычно, все равно, вроде бы все дома, но белья грязного абсолютно нисколько не меньше. В общем, закинула грязное белье, и нужно еще сейчас пройтись, полы в порядок привести. Пылесос моющий раньше хранила здесь в ванной комнате, теперь у меня здесь стоит корзина для белья, поэтому для пылесоса выкроилось небольшое место в кладовке, в прихожей. Прекрасно он прямо туда поместился, единственное, что на зарядку я его все равно приношу сюда, ну и, собственно, мыть его тоже все равно приношу
нашу ванную комнату. То есть там он у меня только дожидается своего часа, и там же он у меня стоит, сохнет. В общем, собрала пылесос, как раз я его накануне с вечера помыла. Валик просох, контейнеры все просохли, заполнила чистой водой. И начинаю я уборку пола всегда именно на кухне, ну, потому что там грязнее всего. Больше всего крошек. Пока, так скажем, батарейка не села, пока он работает максимально мощно, я стараюсь убрать самые грязные места. Ну, а потом уже пойду в спальню, потом детские комнаты, если там возможно будет пропылесосить. Частенько я их пропускаю, просто потому что там все завалено игрушками, и у Сени такой же бардак вечно в комнате. Тоже частенько не получается чисто физически там пропылесосить. То есть там нужно большую подготовку пола сначала проводить, все убирать. Поэтому, ну, бывает, что пропускаю вот эти две комнаты и пылесошу только на кухне, в спальне и в прихожей. Сегодня пропылесосила везде. Как раз потратила полностью всю зарядку. Ну и к этому времени уже на самом деле довольно сильно проголодалась, поэтому решила позавтракать. Я так и продолжаю завтракать ближе к обеду. Для меня это оптимальный вариант. Утром успеваю переделать основную массу дел, когда я максимально активная и еще и не сытая. Ну и как раз где-то часам к 11 у меня прям начинает просыпаться сильное чувство голода. Я начинаю понимать, что у меня уже урчит где-то в животе. Поэтому готовлю себе завтрак, как обычно, максимально простой, вкусный, но красивый. Тост делаю себе с творожным сыром, свежей помидоркой, маринованные огурчики домашние, немножечко сырком припорошила. Такое количество сыра, конечно, не даст особого вкуса, но это просто красиво. Вот просто для получения эстетического удовольствия во время завтрака. Ну и, конечно же, яйцо. Еще решила съесть вкусную хурму, ну и вот такой у меня получился завтрак. Малышня в это время у меня были в детской комнате, рисовали, раскрашивали точнее. Соня сбила к этому моменту температуру, как раз дала жаропонижающее, ей полегчало. И она, ну, более активно начала проводить время, как-то начали со Степашкой играть, рисовать. По ребенку сразу видно, когда ему становится легче. Я не заставляю обычно лежать в постели, особенно если температуру сбили. И даже с температурой я не заставляю лежать. Просто даю ребенку возможность в случае необходимости, если ему захочется, чтобы было место, куда можно прийти и прилечь. Но вот насильно лежать я никогда не заставляю. Хочу сейчас, друзья, попробовать почистить еще раз вот этот стул. Видите? Ну, в основном, конечно, подлокотники именно грязные. Сидушка более-менее. А вот эти вот места грязнущие. Заказала на пробу два новых средства. Одно от Wonderlab для чистки мягкой мебели, ковров и тканей. Второе вот такое вот со джел. Универсальная химчистка для ковров и мебели. В принципе, и потому были хорошие отзывы. Не знаю, попробую, наверное, сейчас сначала вот этот, интересно. А потом, может быть, вот этот, если этот не поможет. Друзья, сразу же хочу отметить, что нет никакого ужасного едкого вонючего запаха. Вообще пахнет приятно, не сильно, так что хорошо. Такие средства я люблю. Но, конечно, главное, чтобы оно работало нормально. В общем, оставлю сейчас минут на 5. Посмотрим. Друзья, забегая вперед, сразу же скажу, что нужного эффекта ожидаемого я не получила. В итоге получила то же самое, что и было ранее от использования других средств. Когда все это дело у меня хорошенечко просохло, все равно все было в каких-то пятнах. Уже не столько пятнах грязи, сколько опять-таки в разводах. Поэтому я, конечно, разочаровалась. Не знаю, тут получается два выхода. Либо химчистка, либо ждать лета, когда его можно будет нормально постирать и на солнышке просушить. В общем, думаю попробовать еще на покрывале. Тут вон Степка черкнул этим фломастером. Но попробую вот другое средство, потому что здесь указано, что для ткани подходит. На том такой пометки нет. Там написано только для ковров и мебели. А мы что? Подушки будет здесь? Сейчас попробуем. Тоже оставлю сейчас на пару минут. Подожду. Ну, в общем, результат такой. Не стопроцентный. Ну, вот тут как бы частично что-то убралось. Тут, конечно, все так и осталось. Ну ладно.
Ну а сейчас, друзья, будем готовить вкусняшку. Давно ничего такого сладенького, вкусненького не выпекала. Как я уже говорила, фруктов, ягод у меня в морозилке полно, поэтому думаю, приготовлю-ка я сливовый пирог. Рецептом я уже делилась. Это классический рецепт сливового пирога, всем известного, знаменитого пирога из New York Times. У меня есть рецепт на кулинарном канале. Я постараюсь не забыть оставить ссылку. Ну, потому что я знаю, я очень часто говорю, друзья, ссылка будет под видео на рецепт. И в итоге, когда оформляю ролик, просто забываю ее добавить. Поэтому, если я ссылку обещала и не добавила, не стесняйтесь напоминать, я буду добавлять. В общем, друзья, рецепт пирога до безобразия просто. Получается очень вкусный пирог. И сливы в этом пироге можно заменить абсолютно на любые ягоды, на любые фрукты. Я вот решила сегодня использовать сливы из заморозки. Сначала нужно подготовить тесто. Для этого мы берем мягкое размягченное сливочное масло. Я его предварительно, наверное, часа за 3 достала из холодильника. Ну, в общем, оно такое должно быть податливое. В масло добавляем сахарный песок. Все это хорошо перетираем до однородной массы. И далее вводим яйца по одному. То есть добавляем одно яйцо, хорошенечко снова перетираем, перемешиваем. Снова добавляем одно яйцо, снова все это дело объединяем. Ну, а потом уже добавляем разрыхлитель в муку и постепенно также в 2-3 этапа вводим муку в яично-масляную смесь. Тесто получается такое нежное, воздушненькое. Далее я подготовила форму, в которой буду выпекать. У меня это разъемная форма диаметром, по-моему, если я не ошибаюсь, 28 сантиметров. Форму, в которой будете выпекать пирог, обязательно нужно смазать обильно сливочным маслом. И я еще простилаю дно пергаментом, просто вырезаю его по диаметру формы и точно так же смазываю его маслом, хотя он у меня и, ну, в общем-то, антипригарный. Далее выкладываю все тесто в форму, равномерным слоем распределяю и подготавливаю, собственно, сливы сами. У меня сливы из заморозки, поэтому, чтобы они не дали очень много влаги, я решила их немного смешать с крахмалом, но скажу, что все-таки они дали довольно много все равно влаги. Пирог все-таки получился на выходе более влажный, чем должен быть. То есть вот я готовила со свежими, когда сливами, это, конечно, большая очень разница. Поэтому, если есть возможность приготовить со свежими, лучше, конечно, приготовить со свежими. Сливы я так и замораживала прямо половинками конкретно для этого пирога, поэтому я прямо вот этими половиночками выкладываю полностью по всей площади формы, закрывая тесто. Ну а затем я готовлю простейшую посыпочку, она будет состоять из 2 чайных ложек сахара, смешанных с 1 чайной ложкой корицы. Тщательно перемешиваем и всю вот эту вот смесь равномерно распределяем, рассыпаем по поверхности пирога. Далее отправляю пирог в духовку, все, время приготовления будет в рецепте. Ну и пока у меня пирог выпекается, чтобы время зря не терять, я решила начать гладить белье. Показала вам, какой у меня там сегодня масштаб работы, огромная просто гора белья, потому что, ну опять же, дети болели и особо, ну, на стирку, а тем более уж на глажку времени не было. Сейчас вот немного уже стало посвободнее со временем, поэтому решила сегодня все перестирать и решила даже погладить. Ну и, друзья, давайте не будем отходить от нашей традиции. Пока я глажу белье, отвечу на один, может быть, даже успею на 2 вопроса ответить. Я все ваши вопросы, которые вы задаете, которые требуют именно более-менее развернутого ответа, я себе все фиксирую, сохраняю, чтобы ничего не потерять и обязательно на интересующие вас вопросы ответить. В общем, у меня сохранен такой вопрос. Люблю вашу дружную семью, планируете ли вы еще детей и вообще какие дальнейшие планы на жизнь, выход на работу, когда Степашка пойдет в садик и так далее. Давайте начну, наверное, по порядку. Планируем ли мы еще детей? Однозначно нет. Вообще, с определенной периодичностью приходят комментарии о том, что нам обязательно нужен еще малыш, нам обязательно нужна еще девочка, или что вот мы такие любящие родители, нам обязательно нужно больше детей. Нет, друзья, у нас 3 ребенка, и для нас это более чем достаточно. И здесь на самом деле огромное количество причин. Во-первых, все адекватные люди прекрасно понимают, что каждый ребенок требует огромного вложения. Это и финансовое вложение, это и моральные, и физические вложения. И вот на данный момент 3 детей для меня это однозначно максимум. Я бы даже, наверное, сказала, что перебор немного по моим физическим и эмоциональным возможностям. То есть потянуть большее количество детей чисто моих ресурсов просто будет уже недостаточно. А у нас изначально вообще, когда еще вообще не было детей, у меня
меня был план на жизнь — это один ребенок. У меня их сейчас трое. И то есть получается, что мой план на жизнь уже перевыполнен. Поэтому нет, друзья, детей мы больше не планируем. Опять же, помимо физических и эмоциональных вложений, нужно понимать, что дети требуют довольно больших финансовых вложений. То есть мало родить ребенка, мало его накормить. Понятно, накормить всегда найдется чем. Мало его одеть, его нужно одеть хорошо, так чтобы ему было не стыдно ходить в школу, так чтобы ему было чем там, может быть, похвастаться, ну, грубо говоря, да, так перед друзьями. То есть, чтобы твои дети были как минимум хотя бы не хуже остальных, а желательно, конечно же, лучше. То есть ребенку нужно дать правильные стремления в этой жизни, ему нужно показать, какой должен быть уровень жизни. То есть вот даже сейчас я считаю, что мы своим детям на данном этапе нашей жизни, мы не можем им показать, какой должен быть, ну, настоящий хороший уровень жизни. Это уже в минус нашей семье, нам как родителям. Поэтому усугублять еще эту ситуацию, чем больше детей, тем меньше достается каждому. Меньше достается любви, меньше достается внимания, меньше достается какой-то заботы и меньше достается, естественно, в финансовом плане. Поэтому вот трое, наши трое малышей, Сеня тоже малыш наш, это вот тот самый максимум, который мы можем сейчас обеспечивать, содержать и, ну, дать какой-то старт в этой жизни. То есть мы понимаем, что всем троим мы еще, ну, на данном, по крайней мере, этапе мы понимаем, что мы можем дать хотя бы какое-то образование, да, платное. Не факт, конечно, что мы всех троих сможем обеспечить жильем, но тут будем уже, наверное, отдавать приоритет все-таки тому, что девочка есть девочка, у девочки свое жилье все равно должно быть. Мальчишки, они должны быть все-таки в этой жизни более пробивные и, ну, правильнее, наверное, чтобы мальчишки могли, умели, в общем, правильно настроить и воспитать их так, чтобы они могли обеспечить себя и свою семью. И все это, вот становление вот этой правильной личности, да, которая может чего-то добиться, все это требует родительских ресурсов, и финансовых, и эмоциональных, и каких-то знаний. Поэтому нет, друзья, вот трое детей, это вот прямо максимум, на который мы способны. Понятно, что наделать-то детей дело не хитрое, другой вопрос, как эти дети будут дальше жить, и как ты будешь дальше с этим жить. И что ты можешь им дать, как они будут жить после того, как они выпорхнут, так скажем, из родительского гнезда. Поэтому нет, будем теперь себя уже полностью вкладывать в развитие этих детей. И сразу же давайте перетекать в следующий вопрос. Какие дальнейшие планы на жизнь, выход на работу, когда Степашка пойдет в садик и так далее. Вот именно такие вещи я стараюсь наперед не загадывать, потому что мы сейчас живем в настолько переменчивом мире, что то, что я там, может быть, загадывала или планировала 2 года назад, 3 года назад, сейчас это кажется уже либо какой-то глупой задумкой, либо чем-то неосуществимым, либо чем-то уже неактуальным, поэтому, ну, я особо не загадываю. Понятно, что у меня в жизни есть определенные интересы, какие-то определенные цели, какие-то, может быть, желания. Я бы, естественно, хотела их осуществить, но вообще, если смотреть в краткосрочном периоде, то есть вот Степашка уже, я думаю, я надеюсь, что Степашка в этом году уже пойдет в детский сад, я планирую первый год, а может быть, даже 2, просто посвятить себе. Я реально эмоционально и физически вымотана просто. Вот я в декрете нахожусь бесперестанно, бесперерывно уже очень долго. И мне реально хочется нормально восстановиться. Мне просто хочется немного почувствовать себя живым человеком, который живет еще и немного для себя, не только для своих детей и не только в качестве, так скажем, обслуживающего персонала домашнего. Поэтому, конечно же, первым делом, когда Степашка пойдет в детский сад, я хочу отдохнуть. Просто почувствовать себя нормальным, здоровым, полноценным человеком со своими желаниями, потребностями, с какими-то возможностями. Ну и, конечно же, параллельно с этим я все равно буду продолжать заниматься своей деятельностью. Я не планирую, по крайней мере сейчас, я не рассматриваю какой-то выход на работу, просто потому, что у меня в этом нет необходимости. У меня нет высшего образования, у меня нет какой-то узконаправленной специальности, которая, ну то есть специальность у меня есть, да, у меня оконченный колледж, есть диплом, но я никогда по этой специальности не работала, и я прекрасно понимаю, что я по ней и работать и не буду, потому что я уже просто элементарно на данный момент, спустя столько лет, некомпетентный специалист. Ну, а те варианты, на которые, возможно, я могла бы устроиться, меня однозначно не устраивают уже по финансам. Поэтому, конечно, оценивая всю вот эту ситуацию здраво, понимая, что будет лучше для меня и для моей семьи в плане финансов, это, конечно же, продолжать то, чем я занимаюсь сейчас, и развиваться именно в этом направлении. Естественно, что я
прекрасно понимаю, что это все нестабильно, все переменчиво. Сегодня у тебя деньги есть, завтра этих денег нет. Поэтому, конечно, если жизнь меня поставит в такие рамки, что мне будет необходимо просто выйти на какую-то низкооплачиваемую работу, я на нее пойду абсолютно, ну, вообще без проблем. На любую. Я работы не боюсь, поэтому меня это абсолютно не пугает. Вот закроют завтра YouTube, не будет никаких других альтернатив, я пойду на работу, даже не пикну. Вот. Но пока у меня есть возможность неплохо зарабатывать, будучи дома, занимаясь делом, которое мне нравится, возможно, у меня появится больше свободного времени, я смогу еще, может быть, обучаться или как-то дальше развиваться в этом направлении, или, может быть, мне будет интересно что-то другое. Это, друзья, здорово. Это абсолютно уникальная возможность, которая есть не у каждого, и глупо ей не пользоваться. Я вложила очень много лет и очень много сил, огромное количество трудозатрат, каких-то лишений, каких-то обид семейных, да, вот в то дело, чем я занимаюсь. И, конечно, вот так просто по собственному желанию закрыть все это дело и пойти там пустить себя в какое-то другое направление я просто не смогу. Потому что это уже стало часть твоей жизни, та часть жизни, которая тебя еще и обеспечивает. И ни один здравый человек, не имея какой-то более выгодной альтернативы, какого-то более выгодного варианта, он бы эту деятельность не бросил. Поэтому, друзья, пока все находится в том виде, который меня устраивает, конечно же, я планирую развивать именно эту свою сферу жизни, чтобы канал рос, чтобы количество зрителей росло, чтобы качество контента тоже обязательно со временем росло, не теряло своей актуальности и всегда было востребованным, не надоедало старым зрителям, было интересно новым зрителям. В общем, чтобы мой канал рос, развивался, и это как следствие, конечно же, повышало и уровень дохода, с которым уже потом в дальнейшем можно будет что-то придумать, можно будет работать. Потому что пока на данном этапе канал у меня небольшой, просмотров еще меньше, ну и, соответственно, доходы тоже не особо большие, лишь вот, ну, чуть с лихвой покрывают расходы нашей семьи. Поэтому, конечно же, хочется расти. Расти творчески, расти профессионально, расти в плане доходов. Именно это на данный момент и есть такой мой ориентир на ближайшее время. Ну, а как уже пойдет дальше, я не знаю. Я сейчас занимаюсь своим любимым делом. Да, с какими-то неприятными моментами, что-то мне, может быть, не нравится. Особенно сейчас вот эта вот вся тема с тем, что на канале устраиваешь некий такой базар, постоянно нужно что-то рекламировать. Ну, это вынужденная ситуация, безвыходная ситуация. Либо так, либо никак. Понятно, что и нам, блогерам, это тоже очень не нравится. Раньше мы просто снимали от души, что вот хочешь, то и показываешь. Не нужно было тратить время, заморачиваться с какой-то рекламой, что-то там кому-то предлагать, перед кем-то расстилаться, отчитываться. То есть ты просто делал свое любимое дело и автоматически за это получал деньги. Да? Чем лучше сделал, тем больше получил просмотров, тем больше получил денег. Сейчас это так не работает, поэтому тоже не могу сказать, что сейчас это вот на 100% ты получаешь удовольствие от своей деятельности. Без подводных камней, как говорится, не обходится. Но это нужно просто принять как должное, как часть своей работы, что если вот ты хочешь за свою работу получать какие-то денежки, будь добр, пожалуйста, постарайся попотей для рекламодателей. Вот, друзья, вообще по поводу рекламы у меня много есть чего сказать, потому что периодически приходят какие-то комментарии, на которые мне хочется дать развернутый ответ, какие-то моменты пояснить. Сегодня уже точно 100% не буду с этим затягивать, оставим это на какую-нибудь следующую глажку. Некоторые моменты по рекламе, они, конечно, прям требуют разъяснений, поэтому обязательно с вами об этом как-нибудь в следующий раз поговорим. Ну, а к этому времени, друзья, у меня уже приготовился пирог, я его достала из духовки, понимаю, что какой-то он такой, да, очень влажный, вроде бы и крахмал использовала, может быть, нужно было заранее сливы разморозить, чтобы с них вот стекла вся эта лишняя жидкость. Ну, в общем, все равно. В итоге пирог был очень вкусный, но сливы были ужасно кислые. Готовьте со свежими сливами или с какими-то другими фруктами или с ягодами. Он просто невероятный. У него нежнейшее тесто. Оно такое в меру влажное, очень структурное. Ну и, конечно же, смотря какие фрукты или ягоды будете использовать, тот вкус и будет преобладать. Классный пирог. Ссылку постараюсь не забыть оставить. Кушать? Да. Вы приготовили? Мама, а я такой. Ну-ка, показывайте. Чем кормить меня будете? У, вот это да! Такого стола праздничного я еще не видела никогда. Сколько блюд! Сколько блюд! Столько деликатесов! Да. Степка тоже закашлял. Ну, даете. Кто повар? Да, да. Повар кто?
Кто готовил-то? Меня. Не меня, а я. Ну, папа была. А там что лежит, пластилин? Там. Это мои. Мои. Что твои? Это там мои лежат. А зачем они там лежат? Потому что я не потеряла. А, чтобы ты их не потеряла. Вот, да вот. Понятно. Что это? Это цивик и кошка. И кошка не моя. Не много пальчики. Понятно все, ребята. Шикарный стол. Замечательно. Можно я не буду пробовать? Это что-то вкусное, да? Да. Палочками, да, надо есть? Кушать. Кушать палочками? Да. Китайская кухня. Китайская кухня, говорю, у вас. Один у нас зелененький вот такой. Ну, все уже закончился. Да, в общем, ладно, друзья, давайте с вами на этом попрощаемся, потому что сейчас уже все, у меня все приедут к ужину. Степа, не ешь пластилин. Надо убирать тут со стола. Нужно, там у меня еще осталось немного белья, доглажу. И все. А я буду плакать век. И на этом, я думаю, что работа домохозяйки на сегодня закончится. Да, сейчас налью. Останется только работа мамы. И вечером работа блогера. Буду монтировать уже, сяду ближе к ночи. С вами, друзья, прощаюсь до следующего видеоролика. Огромное вам спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся с вами очень-очень скоро. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. Степа. Молодцы. Мартышки.